Ну и мы с вами переходим к программе AdCash. Это совершенно потрясающе. Это доставка мобильной рекламы. Это то, чего раньше не было. Это революция на рынке. Вот. И в связи с этим хочется спросить, когда последний раз вы получали деньги за то, что вам кто-то позвонил или прислал смс? Ну, ответ очевиден. Мы никогда этого не делали. А теперь с помощью нашей компании это стало возможно. И ранее никогда эта область человеческих знаний, эта область рекламы, она не была по достоинству оценена, и ни одна компания не вышла на этот рынок. Сегодня первыми в мире сделала наша компания World GMN. Поэтому давайте об этом поговорим, об этом прекрасном предложении мобильной рекламы, которая, конечно, охватывает наш континент и охватывает очень-очень быстро. И это невероятно простая программа, ничего специального для этого не нужно. Вы просто абсолютно-абсолютно бесплатно устанавливаете эту программу на ваш современный телефон, и она позволяет вам получать, зарабатывать деньги каждый раз, когда вам кто-то звонит, присылает смс, присылает ММС, а вы видите небольшую таргетированную рекламку над звонком, над номером телефона. Вы видите, кто вам звонит, конечно же, и видите небольшую рекламку, которая вас совершенно ни к чему не обязывает. Вот. Но, тем не менее, для крупных рекламодателей это возможность вот таким вот необычным способом коммуницировать с пользователями мобильных устройств по всему свету. Здесь мы с вами видим даже ситуацию, которая перекрывает, например, телевидение. Потому что сегодня есть огромное количество каналов. Вот, и, конечно, как бы примерно знают компании, какое количество каналов, в какое время, какие передачи смотрят люди. Вот, а здесь действительно гораздо более широкие возможности, потому что совершенно точно можно выбрать целевую аудиторию и можно послать рекламу на любое количество абонентов. 100 тысяч, миллион, 100 миллионов, миллиард. То есть, конечно, здесь мы видим с вами потрясающий огромный рынок. Ну, а для простых пользователей это возможность получать деньги, это возможность пользоваться бесплатной связью, просто потому что они за каждую такую рекламку получают небольшие деньги. Но это, конечно, очень-очень приятно. Я думаю, что практически каждый человек, абсолютное большинство, захочет установить такую программку у себя, тем более, что она абсолютно бесплатна. Ну и здесь у нас задействованы деньги крупнейших рекламодателей, действительно крупнейших, по-другому не скажешь. Например, такая компания, как Coca-Cola, и, конечно, хочется спросить, когда последний раз вы получали деньги от такой компании, как Coca-Cola, в каком-то виде. А вот здесь рекламный бюджет от этой компании мы можем с вами получить на наш мобильный телефон, просто потому что мы получаем рекламку, небольшую рекламку, которая совершенно ненавязчива, которая в течение нескольких секунд, мы ее видим, за это мы получаем вознаграждение. Помимо компании Coca-Cola, это такие крупнейшие концерны, как концерн BMW, все прекрасно знают этот автомобильный концерн, это такая известная компания, как Hewlett-Packard, как Louis Vuitton, это такая известная компания, как Disney, как Marlboro, как Puma. То есть вы видите на самом деле, насколько серьезные крупные рекламодатели, как IKEA. И вот это те рекламодатели, с которыми наша компания уже заключила контракты. Естественно, их будет гораздо-гораздо больше, но вот с этими рекламодателями уже компания заключила контракты. Coca-Cola, BMW, Hewlett-Packard, Louis Vuitton, Disney, Marlboro, Puma, IKEA. Будет, конечно, огромное количество и других компаний, которые с удовольствием вот таким вот образом будут обращаться к своим клиентам или потенциальным клиентам для того, чтобы поддержать свой бренд, доверие к бренду. Более того, для нас, как для партнеров, конечно, будут специальные акции, которыми мы сможем воспользоваться только как партнеры. И это тоже очень интересно. И это тоже дает нам новые возможности. Но самое важное, конечно, для нас, это вот этот совершенно колоссальный рынок, в котором каждый человек абсолютно бесплатно поставит себе программку на
свой телефон и сразу же начнет его телефон для него зарабатывать вот эти деньги. Ну, во-первых, за каждый входящий звонок, смс или ммс, мы будем получать до 5 центов. За каждого приглашенного в сеть пользователя мы будем получать до 25 центов. И, кстати говоря, как только будет накоплено на вот этом вашем виртуальном счету $10, компания сразу высылает вам дебетовую карту Edcash, и вы в любом банкомате сможете эти деньги просто снимать, те деньги, которые вам принес ваш мобильный телефон. Но самое интересное предложение существует для нас, для партнеров, потому что по нашей рекомендации люди будут устанавливать в свои телефоны, будут устанавливать эту прекрасную программу Edcash и зарабатывать деньги. Ну а мы за каждое такое установленное приложение будем получать до 20 центов в неделю. И очень важно, что вот эта идея, она распространяется по системе вирусного маркетинга. Потому что, конечно, когда ваш телефон приносит вам деньги, вы с удовольствием поделитесь с этим друзьями, тем более, что для установки этой программы не требуется никаких финансовых средств, она абсолютно бесплатна, поставить ее можно очень-очень быстро, и, конечно, огромное количество людей будут к этому подключаться. Это будет развиваться невероятными темпами, и в неделю до 20 центов за каждое такое приложение, которое установлено по вашей рекомендации, вы будете получать. Вот это совершенно невероятно. Ну и хочется спросить, готовы ли вы к мобильной революции, потому что это та река, в которую дважды вступить нельзя. Сегодня наша компания является первой компанией, которая выходит на этот рынок. Конечно, будет вторая, третья, четвертая, десятая компания, но, как вы прекрасно знаете, как это обычно бывает, первая компания, которая выходит, да еще к тому же настолько профессионально, сильно и мощно, конечно, она захватывает наибольшую часть рынка. Следующие компании, которые приходят, они тоже свою какую-то нишу забирают, и часто это, в общем-то, ниша достаточно серьезная, но, тем не менее, первая компания, если она удачно, успешно стартует, а у нас это уже есть, она, безусловно, получает очень и очень много. Поэтому к этой революции нужно быть готовыми, и у нас для этого есть абсолютно все, и вот эта программа, Edcash, она выходит в последних числах сентября. Поэтому на самом деле у нас есть еще немного времени для того, чтобы мы по-настоящему были готовы. Ну и, конечно, очень важно, что сейчас все начинается, потому что когда это будет свершившийся факт, когда это приложение будет установлено уже даже не у миллионов, а у сотен миллионов людей, спрашивается, где будем мы. А мы можем быть в самом начале, и благодаря нашей работе может быть установлено огромное количество таких приложений, и мы можем получать просто колоссальные огромные деньги. Ну, задам очень простой вопрос. Сколько контактов в вашей записной книжке мобильного телефона? У всех по-разному, 10, 50, 100 или 300, а мы с вами посмотрим сегодня некоторые расчеты на минимальном количестве контактов. На самом минимальном количестве контактов. Давайте представим, что у вас есть всего лишь навсего два друга. Вот, но, наверное, вы где-то живете в области Северного полюса. Ну, представим, что у вас есть всего лишь навсего два друга, которым вы порекомендовали эту программу. Это смешно, конечно, потому что достаточно даже через Skype сделать сообщение на несколько тысяч адресатов, и у вас мгновенно появится несколько сотен пользователей. Но мы не будем далеко забегать. Вот мы возьмем, что вы порекомендовали эту программу двум своим друзьям. Они делают то же самое, у них тоже только по два друга. Ни у кого нет больше двух друзей, у всех по два. Но тем не менее, вы видите, что на 10-м поколении у нас уже 1024 человека, а всего вот благодаря вот этой работе, а это будет благодаря вирусному маркетингу распространяться очень быстро, 2046 пользователей и до 20 центов мы получаем от каждого установленного такого приложения. И в данном случае это $409, 20 центов в неделю.
Это совсем даже неплохо, учитывая, что всего лишь двум друзьям мы порекомендовали эту прекрасную программку. Что будет, если мы порекомендуем ее трем друзьям? То на уровне 10-го поколения мы с вами видим уже около 60 тысяч человек, а всего 88 572 человека. Кстати говоря, мы никак не ограничены в количестве поколений. 10 поколений я взял просто для примера. Ну, если бы мы взяли 20 поколений, 30, 40, цифры были бы просто невероятными, просто были бы очень большими. Поэтому мы не стали это делать, но на самом деле мы глубиной не ограничены. Ради Бога, у вас может быть более высокая глубина. В данном случае наш доход еженедельный, прошу подчеркнуть доход, при том, что мы порекомендовали трем друзьям эту прекрасную программу, составляет 17 714 долларов и 40 центов. Недельного дохода совсем даже неплохо. Ну и мы возьмем ситуацию, когда все-таки у нас есть 4 друга. 4 друга, совершенно невероятная цифра. Вот, и при этом, конечно, на 10 уровне у нас уже больше 500 тысяч рекомендаций этой программы, а всего 699,52 пользователя. Ну и мы с вами получаем наш еженедельный доход 139 810 долларов и 40 центов в неделю. Благодаря тому, что есть вот такая потрясающая система распределения прибыли. Обратите внимание, это ведь программа, в которой мы получаем деньги не собственные, как это часто бывает, а здесь мы получаем деньги рекламодателей. За это платят крупные концерны, чтобы иметь возможность продвинуть свой бренд, укрепить доверие к своему бренду. И мы получаем именно эти деньги от этих рекламодателей, от их рекламных бюджетов. Вот в чем уникальность этой ситуации. Ну и сколько может принести вам эта программа? Вопрос риторический. Она может принести вам совершенно огромные деньги. Все зависит от того, скольким людям вы донесете эту информацию. 2, 3, 4 контакта, или может быть все-таки у вас большее количество контактов. Вот, и, конечно, мы покажем такие технологии в нашей команде, которые позволят вам тысячи, сотни и десятки тысяч только в первую линию подключать контактов. Вот такие технологии сегодня, они уже готовы, и, конечно, мы вам обязательно эту информацию дадим. Вы сможете вашу первую линию построить просто колоссальную. Ну, я уже не говорю про то, какие у вас будут вторые, третьи, четвертые, пятые и десятые линии. Мы говорим только про первую, в которой у вас будет очень быстро сотни установленных таких приложений, тысячи установленных таких приложений, десятки тысяч. Эти технологии уже готовы, уже ждут вас. Ну и в рамках нашей команды мы обязательно вам дадим эту информацию, пока она находится под грифом «секретно». Ну и, собственно, никогда еще никто не задействовал 7 миллиардов телефонов вот таким вот совершенно невероятным и потрясающим образом. Наша компания это сделала, и это невероятный потенциал.